Hello, sir. Eh, coba survei yang lagu bos. Hello. Wow. You can play the music? A little bit, I can. Mm, don't skip. Wait. Yes. I want to record. Please. Can I record? Okay. One. Okay. Oh my god! I'm from Russia. Whoa. Can I know your name? I have What's Instagram name, and YouTube. Oh my god! I will text the name, my channel. Bro, I follow you. Yes, thank you. Me too. Can you follow back me, please? It's my Instagram. Follow back me. Okay. Двигайся мечтой, пока молодой. Для тех, кто разделяет мою философию, любит мои песни, мое творчество, на сайте arslanshop.ru я сделал особенные принты на тему моих песен из нового альбома «Время юности». Делайте подарки себе и родным, и давайте начнем Новый год с новыми идеями в новом шмоте. Погнали! Это здорово. Не... Вау, Баян, нифига. Нифига у тебя реакция, конечно. А что, не видел еще Баян здесь? Нет. Классно. Обычно гитара, да? С гитарой сидит. У меня вот гитара стоит, там еще одна стоит. А, ты играешь, что ли? Ну так, учусь. У кого? Или сама? У девочки одной. Че, Оксимирон вернулся, да? Слышала? Да. Как тебе трючок? Не знаю. Типа ты такое не слушаешь? Да нет, почему? Да как-то все равно. А ты вообще музыку-то любишь? Да. Какую, интересно? Да любую, мне по настроению. А сегодня какое настроение? Игривое, нахуй. Ну давай уж тебе сыграй, раз ты так удивилась. Что-нибудь игривое, да? Смотри, сейчас попробую. Попробуй совместить правую и левую руку и еще битбокс добавить. Может, круто получится. Может, и нет. Вот это правая рука. Вот это, да. Да. Сейчас. Блин, не отсюда же начинается. Вот отсюда. Да, понравилось? Да. Блин, это мега сложно, вот не поверите. Мало того, что играть две разные вещи тут, с правой и с левой стороны, еще битбоксить, мозг взрывается. Зато, ну, круто получается, очень. Ну да, я на это и рассчитываю, то, что, типа, людей можно удивить такой игрой, по крайней мере. Не просто три танкиста сыграть или Катюшу.
нет, этим сейчас уже никого не удивишь. Типа, нет, кто-нибудь там, нихера себе, Катюша, а тут вон. Ребят, сейчас будет, наверное, самая классная реакция за весь выпуск, поэтому поставь лайк, если еще не сделал, и погнали. Hello. Hello. How are you? Doing fine. How are you? I'm good. Do you know this music instrument? Yeah, in French it's accordéon. Yeah. Only Russian button accordion or harmonica. I can play for you. Okay. One song. You know this song, I think. France music. Yeah. Do you have Instagram? Yeah. Can you text? No, I cannot. My boyfriend said no. Привет. Привет. Сыграешь на баяне? Вау, а ты шаришь, оказывается. А ты просто половина не знаешь, что это такое. А ты знаешь. Слышала про Оксимирона? Ну, слышала. Не интересуешься им, наверное? Не, ну, знаю некоторые песни. Ясно. Просто в честь этого я тоже решил разучить. Впервые, прикинь, на баяне Оксимирона это сложнейшее. Сыграешь? Ну, блин, попробую. Ты, походу, первый будешь, кто услышит. Но это не точно. Не знаю, получится. Нет, там читка жесткая. Хотя, ну давай, попробуем. Котомка на плечо, боль грудит, там крючок. Открытый фонка не ключом, сколько миль еще. Перелет короткий был не в счет, долгий прилечу. С фургон набит коробками смерчом. Двери под фортит наши постели. Портативно мини-стрели, два пути. Корпоратив или квартирник, схемы однотипны. Все теперь им все ведь смену парадив. Не сбит, достигли смены парадигмы. Теперь рэп на габартины. Бэтов на планник, я смотрю в зеркало по типу. Сколько бед наворотил ты, я весь рэп поработил. Но все время в пути у индустрии. Нервный тип был кардин, стены кардины. Соберите судно. Победители, ну и судя. Мы первые кроманьонцы, мы выбились люди. Не пизди, я кладу на вас челик пятикратно. Ведь мы выступаем сильно, будто через пятикантр. Типа того. Классно вообще, супер. Нормально звучит? Хотел бы, это вообще круто. Че не хотел бы? Ну, записать там какой-нибудь ремикс в курсе. Я думаю, в Инстаграм записать отрывочек. Просто я эти два дня учил текст. Блин, он, знаешь, как скороговорка звучит. Столько ошибок делаешь, пока поешь. И, ну, не поешь, а читаешь. И поэтому я такой, нет, давай я лучше до конца разучу как следует. И это не, всего... Ну, еще... прям талант классно вообще. И зачитал классно и сыграл. Блин, старался. Для тебя. Слушай, у тебя Инстаграм есть? Да, есть. Могу написать. Ну давай, я тоже напишу свой.